Друзья, всем привет. Итак, тестируем нашего орка. Зашли в лес зеркал. Пойдем пробовать на шаманов. Итак, поехали. Потихоньку проходим. Вот он, первый шаман. Потихоньку проходим, так чтобы не зацепить других мобов. И впритык бьем шамана. Прямо впритык. Подходим. Так. И кого хилить, называем Путон. Кто у нас тут? Питон, Колдунья и Максимус. Так, а хилить-то оказалось, что никого не надо. Уровни, значит, Максимус 23 орк, Путон 24 орк и Колдунья 21 гном. Заточка у Путана Дестра. Молот на плюс 11, Адал вставленный у Максимуса. На плюс 6 кастеты, Адал на плюс 6 вставленный. И у гномки, спроси у гномки, пускай напишет меч, насколько у нее заточенный. У колдуни. Напиши в чате. Так, ну ищем ребят шаманов. Веди опять Сергей всех назад. Вот за мной иди. Пока ты там. А вот шаман есть, есть. Есть шаман, вот он. Так, сейчас спросим у гнома, насколько ж там меч. Так. А, у меня сейчас в пати. Я не в пати. И, кстати, так, я тогда так не увижу. Скажи, напиши мне просто в общем чате, сколько СП вкачивается с одного шамана, Максимус. Вот сейчас посмотри, сколько СП, и напиши в чате в общем. Снизу полоска такая. XP. Так, ну, ребят, в общем, шаманы идут очень-таки неплохо и хорошо. Так, пошли дальше. То есть 3 человека в пати вполне справляется. И баф ПП 56 уровень. Так что сколько с одного капает? Напиши в общем чате. Сколько XP сейчас напишу. Так, сейчас ребята напишут, сколько с одного шамана им идет. И посмотрим. Просто для интереса. Так, ну что-то очень долго не пишет. Или может они не читают чат. Да, ну так можно стоять очень долго. Скорее всего, они чат не читают. Ладно, идем дальше, кач. Друзья, привет всем. Итак, протестируем. Кач орка Туранта. Ну пока еще монаха. С кастетами на плюс 6. Дал на плюс 6. Значит, локация. Лес зеркал. И уровень 45-55. Качаться будем на шаманах. Посмотрим, как он тянет. Уровень орка 23. Итак, возьмем в пати. Дадим баф. Одного баф. И
только шаманов. Атакуем вплотную. На расстоянии не отходим. Иначе на расстоянии шаман нанесет большой урон. Когда вплотную идет атака, вот его сейчас орк стоит. Тогда шаманы урон наносит маленький. Итак, ХП уходит, но в Ампире крови у него есть. Уровень первый. Немножко скатывает ХП. Так, я не подхиливаю пока. Ну, вытянул. 50% ХП съела. Я выхожу из пати. И засекаем, сколько экспы процентом он возьмет. Так, еще засеки-ка СП и XP. Сколько у тебя сейчас и сколько будет потом. Значит, окошко, кнопка буква Т. Значит, СП напиши мне в общем чате. Сколько СП сейчас у тебя на данное время? Так, СП смотрим. СП 35, 444. И сколько XP? Так, XP 6,5 и 10%. Итак, поехали. Ищем шамана. Вот он, шаман. Начинаем. Какой он? Ну, я со стороны немножко просидеваю. Вот другой моб. Я его сейчас усыплю. Пробуем все. Вот так. Не прошел. Орк нас сейчас может упасть. Лучше бы орку не убегать далеко, иначе они больно бьют. Вот, а добить шамана. А я отправлю на себя. Итак, теперь напиши, сколько у тебя XP и SP. Вот.
Ну и пробую, как вообще идет кач. Итак, подходим на шамана. Берем его. ХП откатывается, фиксируется. Вампир 4 довольно неплохо. Прекрасно. 25-й орк вытягивает самостоятельно. Так, ну и что у нас получается? ХП нормально держится. То есть качаться на 25-м уровне под хорошим бафом. Он благоприятный. Качаемся до лесу зеркал. Шаман орк тайк. Значит, он 48-го уровня. А Максимус орк монк 25-го справа.